продолжение сегодняшнего дня – это мини-печь. Yeah. Как похолодало, и так сразу хочется, да? Хочется побольше есть вкусностей, выпечки, хочется курочки запеченной, хочется картошечки запеченной, хочется гостей созвать, хочется застолье, и, конечно, хочется именно из духовочки, такого, знаете, с пылу жару. А что же для этого надо? Конечно, нужна мини-печь, и тем более, что это новинка, это премьера от бренда Domiti. И представляет сегодня мини-печь от бренда Domiti шеф-повар телеканала Shop & Show Николай Демидов, умеет буквально из ничего сделать что-то. Давайте заглядывать сюда, потому что мы сегодня ведем речь про мини-электро печь от Domiti. Во-первых, у нее сразу объем, да, 7 литров. Мы получаем 7-литровую вот такую вот печь, которая проста в управлении. Конечно, помимо того, что мы говорим, что сегодня можно вот посмотрите, загляните, посмотрите, какая перепела. Ой, вот она румяненькая. О, какая она шкварчит. Какая она жареная, прям вся в соусе. Ой, это вкуснота. Конечно, мы получаем возможность заменить себе обычную микроволновую печь, заменить обычный гриль. Мы можем даже тостер тот же самый заменить. Духовку тоже может заменить именно эта мини-печь, потому что получаем вкуснейший результат. Помимо всего прочего, захотели не только запечь, но, скажем так, сделать и приготовить овощи альдента. Конечно, у вас есть. Посмотри, благодаря двум нагревательным элементам, которые находятся у нас и снизу, и сверху, мы получаем шикарный результат. Более того, тебе скажу, я прямо сейчас возьму прихваточку и достану это тот самый рататуй, который, конечно же, у нас с вами вот здесь томится. Вот он. Посмотри, все соки, весь бульон, конечно же, у нас остается здесь. Это все благодаря тому, что равномерное распределение тепла и циркуляция у нас присутствует внутри. О, как это вкусно! Боже мой, сочно! Полезно! Заказывайте прямо сейчас. Но это не все. Можно готовить не только мясо и овощи. Правильно, потому что мы говорим про мини-печь электрическую, которая готовит нам еще и выпечку. Давайте выбирать. Итак, у нас есть разные цвета. Красный, яркий, такой акцентный. Он сейчас самый популярный, выбился в лидеры. Золотой цвет, редкий, необычный. Смотрится очень достойно и стильно. И есть черный цвет. Черный – это классика. Если ваша кухня оформлена в стиле хай-тек, ваша техника в черном свете, заказывайте мини-печь именно черного цвета. Представляем впервые, и, очевидно, это будущий хит телеканала. Это мини-печь Domiti. Специальное ценовое предложение – всего 2299 рублей. Смотри, Оль, помимо того, что цена прекрасная, есть еще и характеристики. Объем мини-печи у нас 7 литров. Мы говорим, что в комплекте идет и решетка, и противень. И, конечно, благодаря, видишь, вот эти стенки сзади, да, которые сделаны вот таким ромбиком, это как раз и есть возможность отражения тепла и всего теплого того, что помогает нам хорошо пропарить. Нужно отметить, что, конечно же, стекло закаленное, поэтому не боится никаких высоких температур. И через него видно, как все готовится. И видно, как все готовится, абсолютно верно. Внимание, у нас и сверху, и снизу есть нагревательные элементы, да, и готовит прекрасно. Цена, смотрите, в интернете 3900, 6150. Слушай, такая же точно печь, а стоит как дорого. Вот. Это почти 3000 рублей. Те же функции, тот же функционал, тот же примерно размер. 4490 рублей. Ну, это тоже цена значительно дороже. А у нас сегодня ограниченная партия. И это абсолютная премьера от бренда Domiti. Выбирайте свой вариант. Мне очень нравится золотой. Такой он нежный, такой необычный. Ну, мне нравится, что есть выбор. И это, конечно, здорово. Набирайте наш номер телефона. Слушай, ну правда. Так. Ты знаешь, вот для того, чтобы испечь, например, такой рататуй, ну, зачем разгонять всю огромную духовку? Она же потребляет много энергии. А здесь у нас не то, что она даже не потребляет, я бы сказал. Здесь, возможно, ой, посмотри, какая румяная корочка у нас появилась. Посмотри, Оль, вот прям хочется сразу, ты послушай, она прям хрустит, она хрустящая, вкусная корочка, потому что мы сегодня говорим с вами про возможность не только готовить и разогревать, мы еще и говорим про запекание. Да. Посмотрите, какой он шикарный, конечно, вот он, тот самый шикарный штрудель, который может быть не только из яблок, но он может состоять еще и из абсолютно разных ягод. И вишня, и изюм, и орехи, боже, как это вкусно. И все это мы приготовили в нашей мини-печи. Мини-печь способна заменить сразу и
несколько бытовых приборов. Духовку, тостер, гриль, микроволновку. А еще она может размораживать продукты и обладает множеством других возможностей. Облегчает наши заботы на кухне. И очень легкое управление. Слушай, ну вот правда. Ты знаешь, вот у меня, например, мама, она боится современной техники. Она говорит, ты знаешь, я боюсь не разобраться. Я боюсь запутаться во всяких кнопочках. Здесь у нас всего абсолютное простое управление. Всего у нас два рычага. И здесь легко выставить и температуру. Здесь действительно легко и, это сделать. Да, и время. Очень простейшее управление. Вот я сейчас тебя как раз и научу. Это ты готовишь пиццу? Да, я приготовил. Ты помнишь, у нас есть миксер в нашем часе? Есть миксер. Да. Вот, я заготовил это тесто. Сейчас мы вот таким вот образом закладываем с тобой сюда колбасы, беконы, добавляем сюда сыр. И я тебя научу пользоваться вот этим механическим простым управлением. Да. Итак, давайте. Мы все с тобой заправили. Да. Дальше открываем. Разогрели духовку. Разогрели духовку, абсолютно верно. Посмотри, мы открыли нашу духовку. Да. В нашей духовке что? Ребра. Давай, вот они, ребра выложим, барбекю. Да? О-о-о-о. Они шкварчат. Я их вот сюда, вот смотри, Боже на доску мой. Прямо сюда отправлю. Ой, посмотри, даже не буду перекладывать. Ой, какие они шикарные. Я вот так вот прям приподниму, посмотри. Видишь, там все шкварчит. Ты посмотри, какой аромат и пар. Ой, фантастика, какая глазуровка. Ну, конечно, здесь мы говорим с тобой не только про возможность приготовить ребра, но и, конечно, как мы уже ранее сказали, приготовить пиццу. Да, подожди, смотрите, у нас есть возможность готовить разные блюда, первое, второе, и выпекать пироги, и торты, и даже пиццу. Ты знаешь, честно тебе могу сказать, пиццу обожают все, у меня обожают ее и дети, обожают гости. А когда вы испечете вот такую пиццу, и причем вы это делаете в мини-печи, от Домити, вы получите потрясающее удовольствие. Слушай, ну это же Домити. Это Домити, это итальянский бренд, и вот я сейчас про него как раз и расскажу. Оль, смотри, знакомлю тебя с управлением. Вот механическое управление. Первое реле как раз у нас отвечает за температуру. Что нам нужно выставить? Когда мы готовим пиццу, мы выставляем пиццу на максимальную температуру, чтобы сразу был хороший такой температурный режим. И дальше мы выставляем с тобой время. В течение 15 минут у нас будет готовиться. И все это приправлено итальянцами. Не просто так я готовлю здесь. Это бренд Домити. Выбирайте. У нас красный, золотой, черный цвет. 2299 рублей. Звоните, возьмите на подарки. Вы уже заказали что-то, добавьте мини-печь, пусть у вас дома всегда пахнет пирогами. А это уют, это гости, это веселье и раздолье.